Всем привет, ребята! Я бы вам хотел порекомендовать поучаствовать в моем конкурсе, который у нас сейчас проходит на канале. Мы разыгрываем БП в Fortnite, боевой пропуск. Если вы хотите получить боевой пропуск бесплатно, то участвуйте в нашем розыгрыше. Он сейчас у нас на канале, там видео уже вышло, поэтому заходите, выполняйте все условия и участвуйте. В общем, всем желаю удачи. Всем привет, ребята! Сейчас я вам покажу топовый баг на Fortnite. Очередной баг у нас выходит снова. Новый день, новый баг. Так что перед началом ролика, как обычно, прошу подписаться на мой канал, поставить лайк на это видео, оставить комментарий, потому что делать для вас больше видео с багами. Видео с багами выходит каждый день, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропускать каждое видео. Также забываю про наш код автора в магазине предметов. Вы покупки. Я тогда вам буду очень богат. Также можете купить своим кодом автора, скинуть сервер, тогда вы сможете попасть в ролик. Карту. Также не забываем то, что у нас будет розыгрыш. Новый пропуск. Ролик будет в описании. Всеми условиями. Так, код, как всегда, будет в описании, если в комментарии под видео. Так. Зашли на карту, жмем скип. Так, когда зашли, кстати, делаем все точно так же, как и я. Также напоминаю, что все баги у нас работают без лимита на опыт. Лимит на опыт — это определенное количество опыта, которое является ровно 5 часов по МСК вечером. До новых ежедневных заданий. Так, короче, идем вот сюда. Лифт. И покупаем все. Шарики. Я купил рюкзак, таплан, активный ранец, присоску, всякие шарики, и берем еще батуты. Входим в рифт. Думаю, сделать. И когда падаю, мне дают опыт 500. Ну, а если мне опыт будет. Это прикольный такой динозавр. Эпт. Он еще один убит. Так, теперь наша задача, ребята, простроиться просто наверх. Строимся наверх максимально, пока мы не сможем строиться, то есть строимся максимально до того времени, пока у нас тупо не будут постройки. Поэтому правее давайте. Ровно падает. Эту штуку. Так вот как. Пуск я взял для того, чтобы сейчас это увидеть. Она нам поможет, чтобы не упасть. А, ну все, давайте чуть правее. Это могло быть опасно. Вот, в общем, вот это вот максимальное. Это чуть пониже, вот на этот площадочку, чтобы ломается.
Давайте вот отсюда где-то. Давай отсюда. Так вот. Ставим батут. Пытаемся. Вот падаем. Можем несколько раз на ранце так падать. Давайте. Мы можем просто с помощью батута делать и присоски. Пониже простройтесь, чтобы площадку сделать. Неудобно. Давайте пониже сделаем чуть-чуть. Пониже. Так вот сделаем. Давайте вот. Все равно не хочет. Странно. Давайте отсюда пробовать. Вниз. А, это ветеранец был. В общем, думаю, понятно. Можем вот так вот. Главное вниз не упасть, но если что, вы заберетесь быстро у вас присоской. Ранец. Вот. Баг понятен. Даже не могу. Можно довольно-таки много подхода так на фармить. Особенно если будет давать по 1000, по целые там, по 2. Так, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, понравилось. Пока. Канал. До следующего видео. В общем, всем спасибо и до следующих. Удачи. Пока-пока.